Кытмановская средняя школа номер 2 теперь носит имя Алексея Долматова. Это сотрудник органов внутренних дел, погибший при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Накануне на здании образовательного учреждения установили мемориальную доску. Алексей Долматов 6 раз бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. В апреле 2001-го возглавил временный отдел органов внутренних дел в одном из районов Чеченской Республики. Погиб алтайский милиционер ровно 15 лет назад в поселке Дубаюрт Чеченской Республики. Во время выполнения служебного задания автомобиль, на котором следовала группа алтайского правоохранителя, подорвался на фугасе. Подполковник Долматов и двое его сослуживцев скончались на месте. Посмертно Алексея Ивановича наградили орденом мужества. Ранее он также получал медали и нагрудные знаки за образцовое выполнение служебных обязанностей. В родном селе Кытманово память Алексея Долматова чтили всегда. Да. Школьники написали его биографию и посвятили ему выставку в музее. Это началось еще с прошлого года. Я вначале начала искать про него информацию, которую знаю, а потом мы подключили всю школу к этой работе. И вот сегодня такой день хороший.